Какие красивые птицы! Мы должны немедленно их изучить. Ты совершенно прав, Тюк. Откуда только в них только энергия. Хотя мы за ними бегали целый день. Ты совершенно прав. Откуда только в них столько энергии. Хотя мы от нее бегали целый день. Тюк, погляди, что здесь написано. Добро пожаловать в чайные сады бодрости. Так, вот. Странно. Сегодня мы с вами в программе «Ностальгия Плей». Все вокруг полны сил. Отпилим обзорчик, летсплейчик, листальчик, так скажем, ну, на Microsoft Windows XP. Это же чайные сады. Это, я думаю, будет последний бодрость содержится в листьях чайных рода, потому что нам все дальнейшие версии Windows после Windows XP, конечно, уже всем известны. С помощью чайника я чувствую прилив сил. Какие красивые птицы. Это скорее риторический вопрос. Мы должны немедленно их изучить. Нет одного хард-диска, да ты охуешь. Ты совершенно прав. Ладно, извините, ребят, еще разок. Откуда только в них столько энергии. Да, как обычно, какие-то баги, лаги, за ними бегали целый день. Кто катается на баги. Короче, мы переустановили виртуальную машину и запускаемся в них с чистой совестью, с чистого листа, хотя на чистом винчестере. В данный момент программа установки Windows, которая здесь выглядит написано так же, как 2000, которую мы недавно с вами ставили, чайные сады проверяет бодрости. Нашу конфигурацию. Тюк, на свободный размер все 40 гигабайт его... сил. Все, кроме нас. Тут нужно бумажно форматировать. Да, быстрое форматирование. Ну, давайте. 40 гигов, это ни хера себе, это я сейчас все подзавтру винчестер 40 гигами виртуального диска. Замечательно, кустов. Просто душевно. Нам нужно просто добыть бодрость из этих листьев. Ладно, процентики быстро протекали. С помощью чайника. Теперь проверка диска С. Вот я никогда не понимал, сил, как операцию микромяшки. Нахуя проверять а диск С, если только что он создан, если он пустой. Зачем это? Проверять пустой диск, это то же самое, что гопники отжали деньги у человека. Давайте-ка мы проверим ваш кошелек. Блять, вы только что деньги отжали, зачем проверить кошелек? Бесполезно. Совершенно бесполезный разговор. Откуда только в них столько энергии? Пока мы слово за слово, сказка за сказкой, шутка хуютка за шуткой хуюткой, добрались до копирования файлов. В данный момент Windows копировает наши файлы. Чайные сады бодрости. По старой доброй и по старой злой, не знаю, как приятнее вам слышать традиции, я скажу вам, что Windows XP я начал эксплуатировать. Я эксплуатирую. Да, я бью женщин. Это же чайные сады. Бодрость содержится в 2001 году, когда кустов. На диске. Нам нужно просто добыть бодрость из диск этих был листьев. Windows XP. У меня еще был диск, назывался Вашов. Я чувствую прилив сил. Какие красивые птицы. Мы должны немедленно их изучить. Ты совершенно XP, там прав, Тюк. XP был отдельный диск, очень ключный, очень откуда важный. Откуда только но в них историю я, по-моему, энергии. Уже рассказывал, поэтому хотя нет смысла на ней останавливаться. За ними бегали еще раз. Целый и мы доходим день. С вами ты до момента совершенно названием прав. «Синий экран откуда жизни». Только в них есть синий экран смерти, энергии. Он более синий. Хотя а это синий экран смерти, да. Это же синий экран жизни, он такой немножко голубенький. Погляди, что здесь написано. Собственно. Добро пожаловать. О, наша любимая с вами картинка. Откиньтесь на спинку стула и подождите, или как рук полны сил. Тут почему-то все на английском. Нас. Видимо, это английская версия Windows, но на самом деле подумать. Я не комплексую по этому ну, поводу. Конечно. У меня на это же чайные хосте, сады. На хост-компе установлено Windows 7 английская. Чайных и Windows 8 нам я когда устанавливал, тоже была английская. Так что я листьев. Не чувствую никакого дискомфорта. Более того, чайника. Я работал на ней где-то примерно месяца два. Сил. И какие мне, как ты говоришь, кореш, мы должны немедленно их изучить. Ой, да ладно, нихуя себе в натуре. Ты, блядь, я даже не замечал, что она работала английская все это время. Откуда только в них не, я не очень хорошо владею английским, но хотя как, более-менее, так скажем. Но за ними бегали целый день. Когда дело касается операционной системы, на которой я работаю, я не замечаю этого совершенно. Откуда только в них столько вот такие энергии. Дела, такие дела. 37 минут до конца установки, мы с вами продолжаем день. Пить пиво Тюк, и погляди, разглагольствовать. Я думаю, вот этот экранчик синенький, миленький, практически бодрости. Такой же, как моя ориентация. Шутка. Шутка. Это я в Москве таких шуток, да, подобрался. В Москве все так хорошо было, были плохие. Моменты. Тут нужно бумажно подумать. Синий ну, экранчик, конечно. Я думаю, знаком многим, это же потому чайные что сады. Каждый уважающий себя бодрость гражданин, в листьях а гражданин сети интернет, кустов. Это такое отдельное государство, хотя бы раз в жизни должен установить Windows XP. Листьев.
помощью. И желательно бы уже, значит, как бы, блядь, Windows 7. Ну, 8 еще как бы не совсем обеззаровка, система новая. Многие ее критикуют. Мы должны немедленно их изучить. А XP-то уж точно. Ты совершенно прав, Тюк. Я уж не говорю про Windows 8, это уже прошлый век. Это, как говорится, исключительно прерогатива олдфагов вроде меня или Димы из передачи «16 лет тому назад». В них столько все же энергии. Остальные вовсе не обязаны устанавливать всякую старую хрень. Есть определенная категория олдфагов, которые говорят, вот, школьники хуесосов, добро пожаловать в чайные сады бодрости. Понимаете, не обязаны все пользоваться старыми вещами. К нам же не приходит какой-нибудь старый дед и говорит, во, вы ездите на машинах хуесосы, я на лошадях ездил в свое время. Ну, конечно. Ну и твое время-то прошло, дорогой друг. Чайные сады. Вместе с лошадьми. Бодрость содержится в листьях чайных кустов. Нам нужно общепринятый гужевой транспорт, которым пользуются тогда. Ну, вы поняли, короче, о чем я, что я вам объясняю. Не дураки, ладно, введи свое имя. Я чувствую прилив сил, какие красивые птицы. Мы должны немедленно их изучить. Ё, нельзя. Ты совершенно прав. Организация. Откуда только в них столько энергии? Пошлая, похабная. За ними бегали целый. Ты совершенно прав. Откуда только в них столько энергии? Хотя мы от нее бегали целый день. Компьютерный. Имя компьютер один. Так нет, это не один. Это, блин, компьютер 8 у меня. Восьмой по счету. Бодрость. Пасворд. Странно. Нет, пасворд нас никто не взломает. Все время вокруг полны 5 часов. Сил. Все, кроме нас. Пацифическое тут время. Нет, время анархическое, подумать. Я бы сказал. Ну, конечно. Нет, нет, это чувачи, чайные извините. Сады. Время же бодрость отмена. Содержится так, а в листьях Москва? Чайных Москва. Кустов. Санкт-Петербург, нам нужно Волгоград. Просто плюс добыть нет, бодрость плюс, из этих листьев. Windows XP не знает, что Медведев-то отменил часовые пояса. Я чувствую прилив сил. Поэтому теперь приходится ставить Баку, понимает, Тбилиси. Мы должны и Ереван. Вот так. Их изучить. Из Петербурга и Москвы мы перебрались в Тбилиси и Ереван. Тюк. Откуда только в них и все благодаря Дмитрию Анатольевичу Медведеву, который придумал столько неимической просто ахинеи, например, переименование милиции в полицию. Откуда но только поможет, в них столько энергии? Что там говорил тогда? Хотя поможет, мы от типа, нее бегали ситуацию в полиции, день. То есть копы станут добросовестными. Погляди, что здесь написано. Блять, стали, да, конечно, добро пожаловать да. Чайные я думаю, сады помог бодрости. Бы это действительно Сталин. Странно. Ну уж не Тюк. Более того. Все вокруг тем временем наш сил. Индикатор загрузки тут мозга или чего это такое показывает 27-26. А, минута ну, равна секунде. Ну, вот, это блин, же чайные сады. Где бы мне взять бодрость такую машину содержится там, в листьях на 19 число перемотать, кустов. Например. Короче, нам показывают просто добыть бодрость из вещи, этих листьев. А тем временем Билл Гейтс вещает радостную новость о том, что есть компакт-диски, флоп-пи-диски, зип-накопители и прочие чудесные вещи, которые поддерживают Windows XP. Да ты нихуя ж ты себе дискеты поддерживать. Ну просто класс. Откуда только когда вы ставите в них дискету... столько нет, энергии. Когда вы ставите дискету зип-диски, за ними бегали целый день. А вот это, ты кстати, чистейшей воды обман. Потому что если вставить дискету в дисковод, нихерашеньки не произойдет. К сожалению, у меня нет дисковода, чтобы это доказать. Но Тюк, погляди, что во времена Windows XP, то добро есть это начало 2000-х годов, конечно, у меня были дисководы. Причем у меня, кстати, был даже 5,25 дюймовый дисковод. Я пробовал вставлять, нихера не получалось. Вот так всегда вставляешь, и нихера толку. Ну, конечно. Это я про дисководы говорю. Это же чайные сады. Вот. Бодрость содержится в листьях да. чайных кустов. Нам но, нужно как просто добыть бодрость из этих листьев. Дальше, что пишет еще Билл Гейтс? Помощью чайника. Surfing the internet safe, fast and fixable. Какие красивые птицы. Быстрый. Мы и, должны короче, немедленно доступ их к интернет фиксабл приводится как пиздатый. Ты совершенно прав. Благодаря интернет-эксплойеру 6.0, насколько я помню. Энергии. Хотя ой, блин, смешно. О, интернет-эксплойер 6.0 такой быстрый. Ты совершенно такой няшный. Да откуда только в них столько энергии. Серьезно, на полном серьезе. Хотя мы да, от впрочем, нее я, какой там последний? Я, к сожалению, день. Знаете, ни ТП-шки не слежу за обновлениями интернет-эксплойера, но, по-моему, последний был 11-й. Если мне не изменяет память, поправьте меня, если Тюк. В комментариях есть ТП-шки. Все вокруг полны сил. И он, я бы сказал, что чем-то отличается, скажем так, от 4-го интернет-эксплойера. Которым я, кстати, в свое время ну, очень конечно. Хорошо пользовался. Это же чайные сады. Ну, по той причине, что бодрость содержится были дикие времена, мы сидели в шкурах, в пещерах. Нам
можно просто в интернет заходили добыть бодрости лианы, из этих листьев. Короче, у нас к модему лианы подключались, и мы так вот сидели через флор 5-4. Сил, какие красивые птицы. Мы должны немедленно их изучить. Среди недолбоёв, к прав, которым относился я. Тюк. Точнее, не откуда относился я. Откуда только в них столько энергии? А мы пользовались, конечно же, мы встроенный Windows, любезнейший предоставленный нам самим Биллом, совершенно Батьковичем Гейтсом, откуда только в них столько энергии? По модемчику выходили в сеть, покупали карточки, я на почте покупал карточки. 5 часов интернета на блядь, что здесь написано. Рублей 300, добро пожаловать в чайные сады бодрости. Мама, купи мне карточку интернет. Все вокруг полны сил, все кроме нас. Тут нужно бумажно подумать. Ну, ну конечно, ладно, дает мне мама это же чайные сады. Бодрость содержится в листьях чайных кустов. Модем подключался, нам нужно у меня не было двух кабелей, у меня был один кабель, то есть мне приходилось отключать телефон, чтобы подключить чайника. Я чувствую прилив сил, какие красивые птицы. Мы должны немедленно их изучить. То есть во время доступа в интернет, конечно, телефон был занят, ну, в принципе, он и так был бы занят, если бы даже у меня было два кабеля. Хотя никто об этом не знал, за ними и все меня ругали. Блядь, когда же ты наконец прекратишь сидеть в интернете? Нам нужно телефон там позвонить кому-то домашним мобильным, что тогда не энергии было. Хотя мы от нее бегали целый день. Ну и, конечно же, Тюк, меня гоняли в шею, пинали написано. Еще меня. Добро пожаловать домочадцы чайные пинали, сады бодрости. Я там батя странно, пинал. Тюк. Дай мне посмотреть. Все вокруг полны Википедию сил. Почитать, все, кроме нас. Ладно, порно посмотреть, хорошо, порно посмотреть. Я честно вам сознаюсь. Мы все смотрели порно. Нет. Это же чайные сады. На самом деле, бодрость содержится в листьях чайных кустов. Смотрел не по интернету, так скажем, чтобы уж совсем уж откровенно с вами говорить. Из этих по интернету мы тогда занимались в основном перепиской по имейлу. Я чувствую прилив сил, только входил в обиход, я вот не помню, честно, в каком году я воспользовался первый раз Аскайп. А Скайпа еще не было, контакта не было, ничего не было. Была имейл, короче, Mail.ru, самый такой известный. Откуда только в них столько энергии? И был Яндекс. Вот он, по-моему, только-только появился. Вот совсем свежий, о нем еще мало кто знал. И там почта была такая, знаете, совершенно типа там сколько-то писем, можно 100 писем хранить, столько допустим, энергии. Вот такая. То есть там хотя ящик переполняется, приходилось его чистить, там сидели, выбирали, день. Чтобы удалить Тюк, такой, блядь, погляди, нужное что здесь сообщение какого-нибудь говноеда. Добро там, пожаловать удаляли. В чайные попутно сады бодрости. Попутно все тусили на каких-то форумах, сайтах. Странно, раньше было как раз. Тюк. Сейчас вот все сидят все ВКонтакте, короче, никакого интереса. Все тусят в Скотче, на Ютубе, там, в Фейсбуке, ну, буквально там штук 5 сайтов, на которых все тусят. Ну, 10 максимум. Это же раньше чайные сады. На своем сайте, то есть бодрость сайты, содержится в листьях чайных кустов. Сайты хуёшников, сайты там еще кого-то. Добыть бодрости из этих листьев. Всех. С помощью чайника. Я чувствую прилив сил. Какие и все, короче, красивые птицы. И на каждом сайте мы должны были форумы. Немедленно ну, их на самом деле, изучить. Не на каждом ты сайте совершенно был форум. Прав. Иногда роль форума откуда только в них выполняла тупо гостевая книга. Вот, хотя допустим, я тусил, за ними честно вам скажу, на анимешном сайте день. Тогда. Ты да, ну, совершенно таком, прав. До сих пор, откуда только в них толпой, столько он энергии. Просто, там, хотя сайтик. Мы от ну, нее бегали целый день. И там была гостевая день. Книга, и мы там Тюк, тусили. Погляди, то есть, что здесь написано. Гостевая книга со множеством комментариев. То есть я там написал пост, чайные его можно комментировать. Это похоже на стену ВКонтакте в современном виде. Но тогда это было. Все вокруг полны сил. Можно написать комментарий. Какой-то человек с другого тут конца планеты тебя бумажно подумать. Ну, 2001 конечно. Год. Вспомните, что вы делали это же в 2001 чайные году. Сады. И вспомните, бодрость содержится в листьях чайных кустов. Ладно, наверное, нам один нужно такой просто факт. Может быть, добыть один, бодрость из этих отпишите, листьев. Отпишите, пожалуйста. С помощью чайника. И, в общем, этим мы занимались по модему. Сил, какие красивые птицы. Мы должны немедленно...